Зайди и скажи. Ну, видимо, он не предполагал, что придет еще целый оркестр. Нет, видите, дело в том, я не сторонник публичных конфликтов, я не сторонник публичных разбирательств, я не сторонник превращения диалога в базар. Но извините, когда приходит 25 человек, и когда мои люди не могут зайти в кабинет, вы считаете эту ситуацию нормальной? А почему он при коллективе не может проводить пресс-конференцию? Почему он не может туда выслушивать? Последние двое суток только его мнение. Он забаррикадировался, ему заломали руки, его там это... Мы занимаемся творчеством, нам даже некогда бегать, вот этим заниматься. Понимаете? А он везде бегает. А потому что же такая грязь льется, что невозможно. Льется грязь на театр. Мы пришли сюда просто высказать свое личное мнение. У каждого есть свое мнение. Но вот сейчас, даже если перебивают, не дают сказать слово. Мы настаиваем, чтобы дирекция нашего театра провела собрание. У нас уже давно не было никаких собраний. И просто выслушали все стороны вот этой нашей сегодняшней ситуации. Я не бегу ни от интервью, ни от телекамер. Ничего не бегу. Но просто я хочу, чтобы у нас наш разговор был цивилизованным. И не превратился в базар, который уже сейчас вот начинается. Не начинается. Мне это шоу. Мне это шоу не нужно. Вам защищать следить. Браво! Гениально вообще!